А ты знаешь, что на самом деле многих городов, которые есть на карте, на самом деле не существует? Да ты чё? Да, вот, например, Билефельд в Германии. Везде как бы есть, а на самом деле нет. Да ты чё? Я серьёзно, это заговоры. Луганск, например, точно нет. И Арзамаса 16, тоже на самом деле нет. Арзамаса всего 15? Я в Тархуне. Зря смеёшься, между прочим. В Израиле, например, нет пицца-тыквы. Да её вообще нигде нет. Не только в Израиле. Даже целой страны нету, Бельгии. Вот её нет, на самом деле. Знаешь об этом? Да ты чё, опупеть, ёшкин пудель децибал. Чё ржёшь-то, почитай в интернете, блин. Некогда, блин. Видишь, разгребаю последствия карантинной паники. Куда ты меня тащишь? Идём на заседание подпольного клуба. Тебе полезно будет. Подпольного клуба? Это чё, как в фильме с этим самым, с кукурузом? Ой, иди ты в жопу, хрень, ты язык вот меня принимаешь. Вот 15 лет мы с тобой вместе, а ты всё в иллюзиях. Ну так, в этом же залог. Я тебе скажу, маски очень удобная вещь для подпольного дела. Карантин отменили, а маски теперь будем носить, видимо, всегда. Моя всё равно круче. Да у тебя язык поверх зубов нарисован, лошара. Фига себе, подпольщики. Нехило живут твои маргиналы. Может, подпольщики, а может быть, надпольщики. О, смотри, это же дядя твой. Ну так он и навёл. Он вообще отвратительный тип, ты знаешь? Он отрицает Холокост. Говнюк. Одно слово, блин. Везёт же тебе на родственничков. А какой он отрицает? Армян или евреев? Дурак. Холокост это только у евреев, у армян геноцид. А он-то что отрицает? Не хочу в его черепе полном говна копаться. Да. А как его сюда пускают от такого? Хрендель, это что за сборище, ты вообще понял, нет? Это же как раз клуб отрицателей. Обана. Здрасте, меня зовут Гриша. Вы тут новенькие, я вам тут покажу. Пойдемте, я вам тут покажу. Чудные дела твои, господи. Тут у нас классика. Это земля, это блин. Заканчивай мысль. Блин, я говорю, земля, блин. Понятно, блин? Земля это блин. Земля, блин, что? Так, блин, земля, блин. Пошли вы. Тут у нас тоже почти уже классика. Америкосы не были на Луне. Они даже на Балашихе не были. Куда им? Брехня. А тут у нас вы сами видите. Это они сами. Это они все сами. Они сами себя же сами. Они сами себя. Конечно, это мои себя. Они же видно же, что сами себя. А то как же. Тут у нас музыкальный отдел. Зой жив. Элвис Пресли жив. Абзон жив! Ну это уж как-то слишком! Выведи этого отсюда, этого хмыря! Пошел вон отсюда, козел! Понял, что ты такое несёшь! И отрицатели здравого смысла являются нашим самым старым и массовым отделением традиционно. Но, к сожалению, в последнее время становится все меньше. Из-за космоса и вирусов, знаете, выбирают фантасты. Печально, печально. Пойдемте, печально, здесь печально. Все само раз и появилось. Как сейчас есть, так и всегда было. Ну, после того, как появилось, так сразу раз, и сейчас, и сразу. Появилось и больше не менялось. Как появилось, как не появилось, так не было. А потом появилось. Все вот раз и сразу. Надо все время бить себя по жопе палкой. Бить все время надо больно, больно надо бить себя по жопе палкой. Тогда попадется в рай. Надо никаких удовольствий. Вот еще. Надо по жопе себя палкой. Начинайте. Какой в жопу прогресс? Все только хуже становится. Вот у меня телефон, вот почти не работает, сука. Почти не работает, я жму. И какая погода? Вообще никакой погоды. Тут так, то сяк, то сяк, то там все время. То херовое, то хорошее, то херовое, то хорошее. Они что, вместе тут? Да, они все на Г. Я слышал, вы спецы по Белефельду. Ну тогда вам сюда. До свидания, покульки, покульки. Хрюндель, он что, правда сказал покульки? Или я совсем спятила? И то, и другое. О, сколько тебе лет-то, дед? Его подставили! А может, поднесли? Пойдем. Ничего не взрывалось, вообще ничего не взрывалось. Не было ничего. Ничего не было вообще никогда. Никогда ничего не было. Вообще никогда не было ничего. Ой, это специфические российские, смотри. Не было наших солдат-пердонов, нигде не было их, вообще там их не было. И тут их тоже не было, их тут, их прямо у часа тоже нет. Их вообще нигде нет, наших солдат-пердонов, никогда нигде не было. И ничего мы не сбивали, ничем никуда не кидали, никому никогда ничего не давали. Мы никуда не посылали никого. Они ходят куда хотят, нам-то что? Они вообще наши солдат-пердоны такие умные, умные. Никуда не идут. Ой, этих чуваков я знаю, это фрилансеры. Это у них работа просто такая, универсальные отрицатели ходят везде, куда их зовут. Ну вот такая вот работа.
И чего вы отрицаете? Сформулируйте. Сформулируйте, пожалуйста. Мы Бога отрицаем. Чё? Вы слышали? Не, вы слышали? Нашли дураки. Чё, идиоты? Нашли чё отрицать? Бога сейчас легко отрицать. Люди в космос летают, динозавров оживляют. Идите отсюда, блин. Вы должны чем-то отрицать такое очевидное, чтобы к нам попасть. Давайте, валите. Охрана, блин. О, этих сейчас не их время. Сейчас не их время, явно. Так, я выступить хочу. Меня, правда, прогнали, но я хочу выступить. Ну, хочется мне, чё? Короче, чуваки, на этом замечательном сборище отрицателей я хочу тоже высказать своё. Знаете ли, моё у меня тоже есть. Так вот, я отрицаю здесь больше вас всех даже. Я отрицаю вообще отрицание, понятно? Нету отрицания. Нет никакого отрицания, я не верю я в это всё заговор. Никаких отрицателей тоже не существует, так что валите все отсюда. Ну-ка, валите по домам быстро! А то я сейчас в этой дундуковой палкой... Это бамбуковая палка. Нет, это именно дундуковая палка! Эта песня для финала, она не имеет отношения к теме мульта. Просто потому, что всем нравится, когда в конце песня. Сегодня вспомним группу «Внезапный Сыч». Я проснулся рано утром, посмотрел в свое окно, а на кухне воет кошка, не кормил уже давно. Нормально. Скоро бабушка приедет, мамочка ей привезет. Нужно позвонить Мичке, пригласить на Новый год. Нормально. 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 Блин, камера упала. Apple fucking tosh.